Конечно же, мы хотим отметить достойно этот юбилей. Вы, наверное, все помните, что где-то 7 лет тому назад или 8 лет тому назад мы, я думаю, достойно отметили 160-летие театра. И вот сейчас мы хотим также отметить 170-летие. Это тоже важно для нашей страны, как бы показывая, что у нас 170 лет есть профессиональный театр, потому что немногие страны могут этим хвастаться, кроме нескольких европейских стран. И мы собираемся поездить по городам и как бы отмечая везде, что это преддверие нашего юбилея. И мы хотим, мы уже запланировали Киев, следующий наш город, которого мы постараемся тоже, где мы постараемся тоже так же достойно выступить. Это будет Киев. И возможно добавится еще два города, украинских городов. Там же у нас будет Казахстан. И у нас будет Прибалтика. Прибалтика, все три республики. Мы будем играть и в Вильнюсе, и в Риге, и в Таллине. И вот как бы везде мы будем говорить о том, что вот это преддверие нашего юбилея. Почему я так, может быть, даже злостно говорю, потому что многие городам нет столько лет, поэтому как-то, может, я даже хвастался, так Новосибирске там что-то говорили, там что-то, и праздновали там Новосибирску 70. Город. 70. Я говорю, моему театру 160. С кем вы вообще разговариваете?